находимся в одном доме. Безусловно, это очень такой приятный фактор. То, что я каждый день имею возможность видеть коллег, то, что мы находимся на таком уютном стадионе в центре Москвы. Для нас здесь, благодаря и Евгению Леноровичу, и благодаря Роману Бабаеву, нам очень предоставили хорошие условия по аренде. Нам здесь комфортно, уютно. Конечно, есть проблема в том, что команда находится в одном месте, офис в другом. Но я думаю, что за какие-то там 3-4, 5, может быть, раньше лет мы эти сложности преодолеем. Но пока у менеджмента клуба есть все условия для плодотворной работы. Здорово, что мы можем ходить на футбол, именно ходить, потому что никуда ездить не надо. Я уверен, что в ближайшем будущем у баскетбольного клуба появится свой дом. Мы приложим для этого все усилия, чтобы тоже с течением лет пригласить коллег из футбольного клуба к нам в свой дом баскетбольный и снять такой же ролик, но уже не на газоне травяном, а на баскетбольном паркете. Место силы. Очень приятно, на самом деле, что так получилось. Конечно, мы этого не планировали. Все произошло достаточно спонтанно. И очень символично, что последнюю вакантную площадь на веб-арене как раз занял наш братский клуб, баскетбольный ЦСКА. И то, что два армейских братских клуба присоединились к нам, как я уже сказал, для нас это, конечно, очень приятно. То есть понятно, что с одной стороны это бизнес, но с другой стороны это очень здорово, что мы под одной крышей и рядом, и можем какие-то совместные интересные проекты реализовывать, поэтому очень рады, добро пожаловать, надеюсь, будет уютно, комфортно, и наши клубы будут развиваться.